Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии у Мартикеев. Коротко о некоторых темах. Вопросы консолидации сил и средств компетентных органов в преддверии новогодних праздников обсуждены в Черкесске. Компания «Карачаево-Черкесскэнерго» пресекла в этом году хищение электроэнергии на более чем 43 миллиона рублей. Карачаевский прошел конкурс чтецов, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Карачаева-Черкесии Азамата Сююнчева. И Расул Капсергенов стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с начальником Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу Сергеем Бачуриным провели совместное заседание антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике. Ключевой темой встречи стала консолидация сил и средств органов государственной власти, безопасности, правоохранительных структур и МЧС в преддверии новогодних праздников. Рашид Борисбеевич отметил, что в этом году сознательно отказались от излишне праздничного контента, массовых гуляний и праздничных концертов. Но вместе с тем все новогодние утренники и представления для детей пройдут согласно плану. В ходе совещания обозначили комплекс мероприятий по усилению мер общественного порядка на период новогодних праздников и каникул, особенно в местах массового скопления детских коллективов. Руководитель региона считает, что в республике налажено тесное взаимодействие со всеми правоохранительными структурами. Все работают четко, понимая главную задачу – обеспечение безопасности людей и государственных интересов. Глава региона Рашид Тимрезов в ходе прямой линии сообщил о том, что подписано распоряжение о выделении единоразовой выплаты всем семьям, мобилизованных к Новому году в размере 20 тысяч рублей. Я подписал такое распоряжение о выделении всем семьям мобилизованных, добровольцев, которые ушли из нашей республики в специальную военную операцию, единоразовую выплату к Новому году по 20 тысяч рублей каждой семье. Буквально сегодня такое распоряжение мною было подписано. В Доме правительства Карачаево-Черкесии состоялось итоговое заседание Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Участники мероприятия подписали региональное соглашение о минимальной заработной плате в Карачаево-Черкесии. С 1 января следующего года МРОТ составит 16 242 рубля. Обсуждены также вопросы производственного травматизма и план мероприятий по его снижению. В Карачаево-Черкесии завершились съемки 5 фильмов на национальных языках. Презентация короткометражек будет проходить в школах и домах культуры региона, а также можно ее увидеть в эфире телеканала ГТРК «Карачаево-Черкесия» и в группе организации ВКонтакте. В съемках фильмов принимали участие молодежь региона и актеры национальных театров. Основная цель проекта «Легенды из Казани и КЧР» является популяризация изучения родных языков подрастающим поколениям. Проект реализуется автономно и коммерческой организации Институт социально-креативного развития «Актива» при поддержке Фонда президентских грантов, регионального Минкультуры и Министерства образования и науки Республики. А в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий» в селе Псемен продолжается строительство центрального водопровода. Протяженность его составляет 12 километров. После окончания работ качественной питьевой водой будет обеспечено все население села и социально значимые объекты. Об этом рассказал глава администрации Курджиновского сельского поселения Григорий Приходько. В настоящее время в селе Псемен полностью отсутствует водоснабжение, что негативно сказывается на развитии данного населенного пункта. Я считаю, что наличие качественной питьевой воды благоприятно скажется на развитии данного населенного пункта. У людей появится больше возможностей заниматься сельским и личным подсобным хозяйством. Свое 99-летие отметил Евгений Мареев, ветеран Великой Отечественной войны из Черкесска. Евгений Николаевич прошел непростой военный путь. Будучи 18-летним юношей, попал на 2-й Прибалтийский фронт. Доблестно воевал за родину в составе 47-го гвардейского артиллерийского полка. Служил в разведке, был тяжело ранен, участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии и Чехословакии. За проявленное мужество награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за отвагу, за победу над Германией и другими.
Уважаемого ветерана в своем телеграм-канале поздравил руководитель региона Рашид Тимрезов. Он написал, цитата: «Для всех нас Евгений Николаевич – пример отваги и патриотизма. Его подвиг и подвиг миллионов других солдат навсегда в наших сердцах и памяти народа. От всей души желаю Евгению Николаевичу крепкого здоровья и семейного уюта. Низкий поклон нашему дорогому ветерану. Вечная слава его героизму». Закончилась цитата главы республики. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева прошел конкурс чтецов, посвященный столетию со дня рождения народного поэта Карачаево-Черкесии, прозаика, ученого и педагога Азамата Алимовича Суюнчева. Студенты показали свое мастерство художественного чтения стихов. Конкурсантов оценивало компетентное жюри. Многогранное поэтическое творчество Азамата Суюнчева, включающее более 1000 стихотворений, позволило студентам выбрать стихи на различную тематику. Патриотическая и любовная лирика, красота родного края, портреты людей различных национальностей, труд человека, философские размышления поэта, образ женщины и другие. В Карачаево-Черкесии появятся пункты придорожного сервиса. Уже до конца этого года мы увидим их вдоль автомобильных дорог федерального значения на пути следования к курортным зонам. Все 11 объектов будут оформлены в едином архитектурном стиле. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Текеев. У нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая, где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. И, конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Полностью или частично дистанционный формат обучения в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом введен в 28 школах республики. По данным регионального министерства образования и науки, 16 школ полностью перешли на дистанционную форму обучения, еще 12 перевели на дистант свыше сотни классов. Кроме того, 48 дошкольных образовательных учреждений временно закрылись из-за роста заболеваемости. В 27 из них организована работа дежурных групп. По информации республиканского управления Роспотребнадзора, положительная динамика прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечена во всех возрастных группах. При этом наибольший темп прироста за неделю зафиксирован среди детей от 7 до 14 лет. Тем временем медицинские работники поясняют родителям, что даже при слабых симптомах ОРВИ ребенка лучше оставить дома, чтобы не стать причиной распространения болезни. Школьные классы и группы в детских садах редеют, их будут отправлять на карантин, если на больничном с соответствующим диагнозом окажется 20% детей. Комментирует информацию врач-педиатр Анна Мариясова. Опасность заболевания заключается в том, что риск развития осложнений достаточно высок, особенно у детей маленького возраста или у детей, имеющих хронические заболевания. Поэтому нежелательно на ногах переносить грипп, то есть в школу отправлять детей с признаками, с насморком, с кашлем, с небольшой, может быть, температурой. То есть мама думает, что температура 37 – это ничего страшного, и пусть идет в школу. Нет, таких деток лучше подержать дома, лучше полечить, обратиться к врачу, то есть начать лечение вовремя. Весной следующего года в Черкесске будет полностью благоустроен парк около городского дворца культуры. С наступлением тепла планируют сделать территорию действительно зеленой зоной. Комментирует информацию заместитель начальника управления ЖКХ мэрии Черкесска Равиль Текеев. В рамках благоустройства были установлены дополнительные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, возведен общественный туалет, установлено 40 фонарей освещения дополнительных, а также установлены мусорные урны в количестве 15 штук. Весной следующего года мы планируем заняться озеленением данной территории, будет завезен чернозем, посажен зеленый газон и планируем посадить около 100 деревьев.
Компания Россети «Северный Кавказ» в январе-ноябре этого года пресекла в Карачаево-Черкесии хищение почти 11,5 миллионов киловатт-часов на общую сумму 43 миллиона 400 тысяч рублей. В том числе за 11 месяцев было выявлено 153 факта безучетного потребления электроэнергии на сумму более 40 миллионов рублей. При этом 134 нарушителя уже возместили филиалу Карачаево-Черкесэнерго сумму ущерба в размере 39 миллионов 300 тысяч рублей. По остальным фактам продолжается работа по взысканию стоимости безучетно потребленной электроэнергии. 88-летняя жительница Черкесска дважды за неделю стала жертвой телефонных мошенников. Пожилая женщина сообщила, что попалась на уловки телефонных аферистов, которые сообщили ей, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Желая помочь своему ребенку, пенсионерка по указаниям звонящих дважды отдала по 400 тысяч рублей приходящим к ней незнакомцам. Полицейские задержали двоих жителей Ставропольского края. Выяснилось, что молодые люди действовали независимо друг от друга, но работали на одних и тех же телефонных мошенников, причем старший по возрасту обманул своих работодателей в кавычках и не переслал им полученные от пенсионерки 400 тысяч рублей. А несовершеннолетний посыльный оказался причастен к еще одному аналогичному преступлению в отношении другой обманутой 83-летней вдовы из Черкесска. Часть нерастраченных похищенных денежных средств в сумме 147 тысяч рублей была изъята и возвращена законной владелице, а в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела. ГИБДД республиканской столицы призывает жителей и гостей Черкесска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова на участке от улицы Горького до Кавказской. Об этом рассказал инспектор направления по пропаганде отдела ГИБДД МВД России по городу Черкесску Руслан Каблахов. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступи дорогу, поворот налево запрещен, здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. Запуском воздушного шара и бесплатным обучением горным лыжам и сноуборду отметит курорт Архыз в столетний юбилей Карачаево-Черкесии 17 декабря. Поскольку мастер-класс пройдет в числе финальных мероприятий, приуроченных к столетнему юбилею республики, планируется обучить минимум 100 новичков, для которых будут привлечены порядка 20 профессиональных инструкторов. Кроме того, предусмотрена программа полетов на воздушном шаре, что позволит туристам увидеть фантастические пейзажи курортной зоны с высоты птичьего полета. А на главной площади курортного поселка «Романтик» в 11 часов пройдет спектакль кукольного театра. В 12:30 на северном склоне стартует массовый заезд лыжников и сноубордистов. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Расул Капсергенов стал победителем первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в абсолютной весовой категории 110 килограммов. Состязания, посвященные памяти заслуженного тренера СССР Асламбека Дзагоева, прошли в Наро-Фоминске. Расул провел 3 поединка и все завершил досрочно. Он является бронзовым призером юношеского первенства России по вольной борьбе 2022 года. В Санкт-Петербурге прошел чемпионат мира по джиу-джитсу, по результатам которого прокурор Республиканской прокуратуры Замат Татаров одержал блестящую победу и завоевал золотую медаль. В состязаниях участвовали более 2000 спортсменов из разных стран. Азамат достойно и профессионально провел встречи с противниками. Азамат Татаров является мастером спорта по самбо и дзюдо. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха 11-16 градусов, в горах до 9 градусов. Утром местами на дорогах гололед, в Черкесске без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 13 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.
Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!